боже мой. На какое дело хочу покуситься и в то же время боюсь. Всего боюсь, любого пустяка. Все в руках человека. И все-то он мимо носу проносит единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся. А ведь нового шага. Нового собственного слова они больше всего боятся. А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого я ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать. Лежа по целым суткам в углу и думая. Думая о царе Горохе. Да так ли? Так ли все это? Неужели нельзя еще остановиться? И опять все переправить? И не ходить? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Нет. Совсем не серьезно. Так? Ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Да. Пожалуй, что игрушки.